Привет! Я Екатерина Андреева, агентство недвижимости «Кригер». Сегодня мы представляем вам наш объект – загородный дом в дуплексе в коттеджном поселке Загорянка-парк. Начиная экскурсию по дому, сразу скажем о том, что мусор здесь вывозят два раза в неделю. Собственники складывают, соответственно, отходы вот в этот вот бак, и два раза в неделю без их присутствия мусор уезжает. Так, дуплекс, 113 квадратных метров по документам. Идем внутрь и показываем его внутри. Зайдя в дом, мы оказываемся в небольшой прихожей, где можно оставить верхнюю одежду. Далее мы проходим в гостиную, совмещенную с кухней. Лестница на второй этаж, а под ней система хранения. Этот дом продается со всей мебелью и бытовой техникой, которую вы увидите в этом видео. Исключение составят только личные вещи собственников. Поэтому вам не придется заниматься ремонтом и обустройством. С чемоданчиком, что называется, заехал и живи. Из гостиной мы имеем возможность попасть в небольшой сад. Здесь у нас спальня гостевая. Справа от меня санузел совмещенный. За этой дверью расположено техническое помещение. Здесь котел, очистные сооружения для воды. Более подробно об этом мы вам расскажем и все покажем тогда, когда вы придете к нам в гости. Хозяйки оценят стиральная машина с возможностью загрузки 12 килограмм, а если туда еще, как мы это любим, подпихнуть, я думаю, туда все 15, и она с сушкой и остается новому собственнику. Проведя экскурсию по первому этажу, в котором, напомню, у нас расположена кухня-гостиная, прихожая, санузел, гостевая спальня с выходом на террасу, мы отправляемся на второй этаж. Пойдем мы по лестнице, у которой металлический каркас, все остальное натуральное дерево. Мы поднялись на второй этаж, здесь две комнаты, а также выход на чердак. При необходимости вы можете сделать там дополнительные комнаты. В настоящее время эта комната используется собственниками как кабинет, но при необходимости вы можете сделать дополнительную спальню или детскую. Если обратить внимание на соседние дома, у других таких балконов нет. Люди, как правило, оставляют их открытыми. А наши собственники вложили сюда средства и сделали это местом отдыха в любое время года. Отправляемся в спальню. В этой спальне собственная гардеробная комната. Внутренности мы ее покажем только нашим гостям при живом осмотре. А также в этой спальне есть собственный санузел. Потолки на первом этаже 3 метра, на втором 2,80. Вся плитка, которая есть в доме на полу, с подогревом. В спальнях, в комнатах лежит паркетная доска из натурального дерева, никакого ламината. А теперь в сад.
Выходя из гостиной, мы попадаем в сад. Площадь всего участка 2,8 сотки. Но на этом, казалось бы, небольшом участке помещается и достаточно большой дом, и возможность посидеть на улице за достаточно большим столом. Там у нас расположена баня, ее мы покажем чуть попозже. Мангальная зона и деревья. Роль ставни. Уезжая в отпуск, вы будете спокойны, что ни один соседский мяч не расшибет вам стекла. Пару слов о коммуникациях. Газ, водоснабжение, слив – все централизованное. Отдельно выведена труба для полива участка. А теперь мы идем в баню. Находимся в бане, где есть душевая, парилка, отдельно раковина, руки помыть и очень крутая печка. Последнее, что мы вам покажем, это еще одно техническое помещение для хранения садового инвентаря, велосипедов или чего-то еще такого. Чтобы посторонние не могли попасть к нам в сад, есть калитка. А это как раз то самое техническое помещение, о котором я вам говорила. Хранение садового инвентаря и других принадлежностей, которые вам нужны. Весь поселок выглядит аккуратно, потому что все дома сделаны в едином стиле. Кстати, когда вы приедете к нам в гости, мы вам расскажем про коммунальные платежи, про то, как здесь чистится зимой снег, осенью убирается листва. Ну, в общем, все вот такие подробности коммунальной жизни мы вам обязательно здесь расскажем. Вообще, дом выполнен с любовью, люди совершенно не собирались его продавать и действительно делали все для себя из дорогих материалов. Поэтому мне лично за объект не стыдно. Приходите, все более подробно расскажем и покажем. С вами была Екатерина Андреева, агентство недвижимости Кригер. Покупайте наш объект и просто становитесь нашими клиентами.